искал момент для броска, и все равно в Тимкина попал Андрей Сергеев. Это скорее заслуга Тимкина. И вот теперь Евгений пытается выбросить шайбу, дать возможность своим партнерам выйти из зоны. Нет, не получается. Давят нижнекамцы. Атюшов в углу. Два игрока в темной форме на пятаке. Передача, бросок, гол! Как легко все получилось у нижнекамской команды. Тимур Шарифьянов 2-0. Ну, казалось бы, два игрока на пятаке. Значит, туда и должна пойти передача. Значит, этих игроков нужно накрывать. Но нет. Есть возможность откатиться у Тимура Шарифьянова.